Москве 15:35, это студия Москвы, Меркул, Алексей Соломин, мы продолжаем дневной разворот, и с нами по волшебным совершенно технологиям из Кировской области, тоже из студии «Эхо Москвы», остался Никита Белых, губернатор Кировской области, мы приветствуем его горячо. Никита Юрьевич, добрый день. Добрый день. Последняя неделя у нас перед выборами, перед днем, единым днем голосования, 14 октября, это уже в это воскресенье, если я ничего не путаю, со мной, конечно, бывает такое. Поэтому мы хотели именно с этой темы сегодня начать. Все-таки вот за тот период мы много говорим, много посвящаем теме местных выборов. Насколько все поменялось, не поменялось, стали люди, может быть, активнее интересоваться выборами, да, в Кировской области. Вот на ваш взгляд, все подготовлено к проведению единого дня голосования? Действительно ли все пройдет так, как нужно? Ну, когда мы говорим о подготовке к выборам, имеется в виду несколько составных частей. Первое – это готовность, собственно, избирательных участков к тому, чтобы выборы проходили. Здесь готовность, я считаю, высокая, практически стопроцентная, поскольку веб-камеры там на этих выборах не задействованы, федеральные органы приняли решение о том, что, ну, это же как бы их собственность, что вот веб-камеры будут задействованы только на губернаторских выборах, то есть поэтому на других выборах они не идут. Значит, на довыборах, которые у нас будут, законодательное собрание и в Кировскую городскую думу, у нас используются на всех избирательных участках КАИБы, там 33 КАИБы, соответственно. Вот. И на 100% избирательных участков, которые проходят у нас в муниципальных образованиях, будут установлены прозрачные урны. То есть все, собственно говоря, там, с технической точки зрения, я напомню, что когда идет аттестация помещения для проведения выборов там, в качестве избирательного участка, там и пожарная сигнализация там проверяется, и там и ряд других вещей. Ну вот недавно проводили заседание штаба, вроде все как бы организационно, все вопросы, которые были, они сняты. То есть и источники там бесперебойного питания, там электрические, то есть чтобы, не дай бог, там не отключалась электроэнергия, значит, и там какие-то данные из компьютеров там не возникали, и система газвыбора, все вроде работает. Поэтому с технической точки зрения у меня там сомнений в том, что каких-то чудес не будет, нет. Что касается самой избирательной кампании в муниципальных образованиях, то активность, я бы не сказал, что очень высокая. Я не помню, говорил еще, когда мы касались этой темы в предыдущие периоды, у нас еще параллельно с этими выборами в ряде муниципальных образований проходят референдумы. Референдумы там где-то по объединению поселений, где-то по самообложению. И вот, собственно, активность... Что такое самообложение? Самообложение – это когда избиратели, ну, собственно, граждане там того или иного населенного пункта сами принимают решение о том, чтобы для решения муниципальных задач, которые стоят, сброситься, что называется, определенные суммы денег, там 100, там 200 рублей, так, и мы еще, кроме того, это стимулируем из областного бюджета, то есть в этом случае мы еще там добавляем средства из областного бюджета, подчеркиваю, это для решения там исключительно муниципальных задач, то есть там никто там не пытается таким образом решать задачи там областные или там тем более федеральные, то есть, ну, когда, я говорю, кстати, задача там благоустройство кладбища, да, то есть или там, значит, там освещение в населенном пункте, да, то есть то, что муниципалитет должен делать сам, но, как вы знаете, у муниципалитетов зачастую источников не хватает. Вот такие механизмы, они у нас уже на то протяжении... То есть это через референдум обязательно? Да, это идет, это в соответствии с законом федеральным, это происходит через референдум, поэтому если, собственно, для муниципальных выборов, как вы знаете, какой-то нижний барьер отсутствует, то есть там неважно, сколько избирателей пришло, то для референдума важно, чтобы количество избирателей было не менее 50%. Поэтому для многих муниципальных образований, которые в этих выборах участвуют, явка 14 октября имеет значение большое. То есть поэтому люди заинтересованы в том, чтобы активность была более высокой.
Да, у вас вообще в регионе часто так народ сбрасывается, или это какое-то нововведение? Ну, будем так говорить, регулярно порядка 2/3 муниципальных образований такие решения принимают. Это происходит уже на протяжении, наверное, последних 5 лет. Уже когда я начал работать в качестве губернатора, я предложил механизм там софинансирования, стимулирования из областного бюджета. То есть поэтому сначала мы там 50 копеек на рубль, значит, потом рубль на рубль. Вот в бюджете следующего года заложено там 1,5 рубля из областного бюджета на каждый рубль собранный. Вот таким образом еще будет дополнительно выделяться. Ну и надо сказать, что такого рода механизмы, помимо того, что они действительно позволяют решать ряд задач, которые стоят перед местным самоуправлением, они еще очень серьезно повышают гражданскую активность, так? То есть, когда человек, собственно говоря, там, пусть небольшой суммой, там, 100, там, 200 рублей, но поучаствовал в общем деле, у него спрос с чиновников гораздо более высокий. Мы уже неоднократно в нашей передаче с вами говорили о том, что у нас одна из проблем связана с тем, что человек себя налогоплательщиком-то не ощущает, так? То есть, самый главный налог, который человек уплачивает, налог на доходы физических лиц, то есть он его платит не самостоятельно, а агентом по уплате является предприятие-работодатель. То есть поэтому, ну, человек только в квиточке там видит сумму, так, то есть в лучшем случае. А вот самого факта уплаты, когда там надо кинуться в собственный бумажник, идти в банк или на почту и эти деньги переводить, то есть то, что, в общем, заставляет особо прочувствовать, что это сам факт того, что ты покупаешь услуги государства, так, значит, платя налоги, он отсутствует. Поэтому у людей, вот если так вот у вас сходу спросить, сколько вы заплатили подоходного налога, вот вы не скажете, да, там какой-нибудь там американец или там немец скажет, потому что он каждый там доллар или каждый евро уже там 150 раз посчитал, как бы, так, то есть, который он. И поэтому, когда речь идет о том, выполняет ли государство свои услуги, свои функции, да, он очень четко знает, сколько он за эти функции заплатил. У нас же в основном, в том числе и, к сожалению, в формате дискуссии оппозиции, в основном речь идет там об абстрактных вещах, да, что вот государство, ну, что-то да, там люди, делает. В общем, не считают это своими деньгами. Да. Вот, поэтому, ну, я здесь про самообложение это упомянул просто для того, чтобы сказать, что у нас помимо выборов еще и референдумы. Референдумы предполагают большую активность, потому что там есть минимальный порог. То есть, если там меньше 50% приняло участие в референдуме, неважно на какую тему, там, по объединению, там, по переименованию, значит, там, по вот этому самообложению, то, соответственно, эти референдумы признаются недействительными, потому что там все-таки требуется действительно волеизъявление не просто там, кто активный и пришел, а большинства граждан. Вот, поэтому я знаю, что муниципальное образование очень заинтересовано в том, чтобы люди более активно, будем так, принимали участие в выборах. По какому-то напряжению в избирательных кампаниях, ну, я уже говорил, что поскольку выборы в муниципальных образованиях это выборы не по партийным спискам, а по мажоритарным округам, там нет, собственно, вот этой конкуренции плакатов, газет, лейблов, там, да, значит, обвинений, кто там, что это, кто жулики и воры, а кто мерзавцы и негодяи, там, да, значит, и так далее. Там добра, борьба добра со злом, там, борьба зла против добра, там, значит, там речь идет о конкретных персоналях. Дядя Вася, там, да, значит, или там Степан Кузьмич, то есть, или вот там Марья Ивановна. Люди, которых все прекрасно знают, и там много лет они все живут там в одном населенном пункте, поэтому раскладывать агитационные газеты, значит, по подъездам, если речь идет о многоквартирном доме или там принять в дом, такой необходимости нет. То есть, в общем, там речь идет уже о выборе конкретных людей, которые, как правило, избирателю хорошо знакомы, и он делает свой выбор вполне осознанно. В общем, без скандалов и сенсационных разоблачений как-то обходятся, да, предвыборная ваша история? Все ведь в сравнении познается, да. То есть вот понятно, что там, конечно, какие-то скандалы или скандальчики, да, то есть какие-то там проблемы возникают. Я просто опираюсь на данные такого, что называется, статистического характера, поскольку массив выборов большой, да, и здесь все-таки есть возможность использовать общую статистику. То есть у нас формально проходит сейчас 582 избирательные кампании. 582 избирательные кампании, в которые принимают участие более 600 тысяч избирателей. Ну, по сути дела, там, по сути, кроме областного центра, значит, и там Кирово-Чепецка, то есть, ну, и там еще небольших городов, все население Кировской области в этих выборах участвует. А
в избирательную комиссию подано 8 жалоб в ходе избирательных кампаний. Ну вот, собственно говоря, 582 избирательные кампании, 600 тысяч избирателей, там 4 тысячи депутатов избираются, 279 глав значит, муниципальных образований, пока подано 8 жалоб. Ну, то есть, в общем, понятно, что за каждой этой жалобой тоже, можно сказать, там есть там конфликт, есть спор, там, да, есть, может быть, как вы говорите, скандал. Но я считаю, что там масштабы, да, они позволяют говорить о том, что, в общем, как-то не так это проходит там болезненно и эмоционально, как другие выборы, к которым мы, может быть, привыкли больше. А вот вы сказали, что не будут использоваться веб-камеры на этих выборах, но фактически же они на местах-то остаются, то есть как-то их же не убирают никуда, поскольку... Их собрали, нет, их собрали же сразу после избирательной кампании, то есть это федеральная собственность. Федеральный бюджет на это затратил деньги, помните, еще долго обсуждалось, там много или мало? Да, много денег, да. Да, то есть это федеральная собственность. Значит, понятно, что региональные и местные власти были, конечно, заинтересованы в том, чтобы как-то после выборов эти камеры оставить у себя. То есть, ну, в общем, федеральные власти... Это собрали, демонтировали и увезли? Да. Они их не увезли куда-то в Москву. То есть, если я не ошибаюсь, они переданы Ростелекому, там, как федеральному предприятию, так? То есть, они, собственно, находятся у них. То есть, и когда вопрос был о выборах, там действительно обсуждался, значит, опять же, там и Центральная избирательная комиссия, и там и Министерством связи вопрос о том, куда они могут быть использованы, так, то есть, ну, и в конечном итоге вот приняли решение о том, что, да, они могут быть задействованы там на губернаторских выборах. То есть, ну, понятно, что там они, наверное, будут задействованы на следующих выборах в Государственную Думу и выборах президента, когда бы они ни состоялись, да. Но если говорить про выборы не федеральные, а региональные, то вот пока информация о том, что на выборах губернаторов, пожалуйста, используйте. А понятно, что если выборов губернаторов нет, а выборы более низкого уровня, ну, как-то обеспечивайте контроль, наблюдение, значит, надлежащим образом за счет тех механизмов, которые есть у вас. То есть наблюдатели, пожалуйста, да, то есть СМИ, это, пожалуйста, все открыто. По выборам еще один вопрос у меня есть. Здесь вот я в интернете нашел на сайте «Москвы в Кирове». Значит, редактор «Вятской особой газеты» указал, что у вас 4 октября ведь выборы прошли, общественная палата, насколько я понимаю, да? Да. Вот, и он высказывает мнение, Николай Голиков, редактор «Вятской особой газеты», что он, вот второй созыв «Общественник» подбирался таким образом, чтобы поддержать вас на выборах предстоящих. Вы как-то, не знаю, ощущаете эту поддержку уже? Понимаете, до выборов губернатора Кировской области ровно 2 года. Значит, общественная палата, вот сейчас второй созыв ее сформировался. Как вы знаете, он там формируется, есть часть людей, которых попадают в общественную палату по списку губернатора, и потом уже они собирают заявки от общественных организаций рейтинговым голосованием, тайно, значит, избирают оставшуюся половину. Сейчас тот состав, который сформировался, во-первых, я могу сказать так, что при всех там шероховатостях, при всех там проблемах, связанных с тем, что общественная палата институт не самый простой и не самый понятный для многих пользователей, причем как во власти, так и в среде общественности, я считаю, что общественная палата Кировской области первого созыва отработала хорошо. То есть там для меня теперь не стоит там вопрос о том, где там проводить, организовывать там публичные слушания, общественные там обсуждения, да, там неважно, что это. Вы с ними ругались или как-то обошлось без этого тоже? Ну, что значит ругались? Нет, то, что у нас достаточно часто позиции общественников не совпадали с позицией власти, это было, и это, собственно говоря, хорошо известно многим кировским моим коллегам. То есть мы там были темы, по которым просто начинается в лобовую там столкновение и по природопользованию, и по здравоохранению, то есть там спорные очень моменты. Вот. Но в любом случае это инструмент работающий. То есть, и вот завтра у нас публичное слушание по бюджету на следующий год, так, там будет участвовать достаточно большое количество, но базовое — это общественная палата. То есть уже общественная палата приглашает там, собственно говоря, других представителей. До этого там закон о митинге
митингах, да, значит, которые, вы знаете, там федеральные законодательства есть, теперь регионы должны свои региональные законы по поводу митингов проводить. Да? То есть мы все это делаем на базе общественной палаты, и то, как общественная палата работает, там, даже если, еще раз говорю, даже если у нас там мнения расходятся, да, то есть ну, мы там, мне кажется, понимаем друг друга, и если, скажем, у нас есть разные точки зрения, то есть, ну, в общем, понятно, как бы там пытаемся в конечном итоге найти компромисс и прийти как бы к какому-то общему мнению. Поэтому у общественной палаты не стоит задача поддерживать или не поддерживать кого-то из кандидатов в губернатора, тем более, когда речь идет там, о событии, которые будут происходить через 2 года в Кировской области. Угу. Мы тогда... Давайте, да, теперь к другой проблеме обратимся, развернемся, которая, наверное, к сожалению, для Кировской области тоже актуальна. Вот сейчас все обсуждают, что с пьяными водителями делать. Сегодня, кстати, в Ногинский суд вынес приговор пьяному водителю. Это женщина, которая 5 человек задавила в Подмосковье. В общем, 8 лет ей дали. И сегодня, кстати, общественная палата общефедеральная, она тоже занималась вот темами, обсуждала меры по ужесточению, да, наверное, как поступать с пьяными водителями. В вашем случае, может быть, у вас есть какие-то предложения, может быть, ну, после, в Кирове тоже не так давно было много резонансных историй по ДТП. Ну, немного, но несколько резонансных историй действительно было. Более того, на одном из федеральных каналов, одной из популярных программ, во главе с одним из популярных телеведущих, сегодня вечером будет обсуждаться. Я просто сам как бы принимал участие в записи по скайпу в этой передаче. Действительно, такая проблема есть. То есть, если... В целом по области количество дорожно-транспортных происшествий снижается, то, к сожалению, в областном центре их количество и, к сожалению, большому количеству жертв растет. Значит, я считаю, что здесь несколько моментов важно отфиксировать. Первое, я целиком полностью поддерживаю предложение, касающееся ужесточения ответственности за вождение, значит, автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Значит, потому что, честно говоря, когда я там по итогам очередного дорожно-транспортного происшествия, значит, получаю справку о том, что все там участники дорожно-транспортного происшествия ранее привлекались там за вождение в нетрезвом состоянии, ну, мне это, мягко скажем, там непонятно. Так. То есть я считаю, что сам факт вождения человеком автомобиля в нетрезвом состоянии должен уже накладывать очень серьезные ограничения, а при повторном случае, а у нас зачастую такие прецеденты, когда человек там 8 раз привлекался, там 5 раз привлекался, значит, за вождение в нетрезвом состоянии. То есть максимально ужесточать, там, вплоть там, до лишения прав, то есть я там не готов обсуждать тему привлечения к уголовной ответственности, так, то есть, понятно, если там не было каких-то дорожно-транспортных происшествий, но то, что такие люди, находясь за рулем, становятся потенциальными убийцами, у меня никаких вопросов там не вызывает. Никита Юрьевич, но ведь получается, что ГИБДД тоже косвенно виновата в этом. Да, если человек уже привлекался, то почему у него еще документ, да? Почему он по-прежнему за рулем? Ну, то есть здесь вопросы не там только ГИБДД, а вообще к законодательству, к той части, которая называется административным законодательством или законом об административной ответственности. То есть с точки зрения законодательства это трактуется как административное правонарушение в соответствии с законом. За это административное правонарушение есть определенное наказание, как правило, штраф, ну и все, собственно говоря. То есть в законе, значит, там не указано о том, что, значит, там лишение там прав, то есть или какие-то более там жесткие санкции, и в этом плане некое такое, знаете, там в кавычках самоуправство ГИБДД, то есть может просто привести к обжалованию, значит, этих решений. Закон это прекрасно, но когда они знают, что они всегда могут откупиться, они вот пьют и садятся и едут. Вот именно поэтому, еще раз, именно поэтому я говорю о необходимости изменения закона. Именно поэтому я говорю о необходимости изменения закона. Второй момент, да, значит, очень важно. Закон законом, то есть очень важно, чтобы контроль за соблюдением закона был организован на надлежащем уровне. Потому что там, может быть, мало кто там взаимосвязь некую находит между там реформой МВД, да, и сокращением количества там дорожно-постовых служб. А зависимость очень прямая.
Потому что когда речь идет о том, что сокращается общее количество там, людей в погонах, то там есть у нас, будем так говорить, подразделения, которые там не сокращаются, например, типа ОМОНа, да. Вот. Есть более того, значит, подразделения, штатная численность которых либо увеличивается, либо вновь создается, то есть направленные на противодействие терроризму, там, значит, обследование там, ЖД вокзалов, аэропортов, там, значит, и так далее. А вот, к сожалению, там количество участковых и количество дорожно-патрульных служб, да, то есть их количество уменьшается. И это непосредственным образом сказывается на вообще возможности контроля за тем, значит, каким образом организовано вождение. Значит, у нас новый начальник ГУВД появился. Он начал с того, что усилил работу. Ну, по сути дела, с других муниципальных образований собрал, как бы, значит, дополнительные силы в город. Ну, то есть, поскольку я уже говорил, что у нас ситуация в области в целом нормализуется, а вот как в областном центре растет. Ну, собственно говоря, пока... Ну, в областном центре, наверное, просто машин больше и людей больше, поэтому, соответственно, аварии... Ну, то есть, это всегда, как бы, был больше вопрос в динамике, да, то есть, динамика ухудшается. Вот, ну, в общем, то есть, те данные, которые мне приносят, ну, говорится, что как минимум там пресечено... Значит, вот нарушение правил дорожного движения, в том числе и вождение в пьяном состоянии, там, на 50% больше, чем как бы там, в прошлом году за тот же период. То есть, ну, вот я считаю, что это одна из мер, знаете, выражаясь математическим языком, необходимая, хотя как бы и недостаточная, да, то есть для того, чтобы вот такого рода работы вести. То есть это, еще раз подчеркиваю, и изменение законодательства, раз. Значит, и второе, то есть, собственно говоря, создание механизмов, позволяющих контролировать выполнение законодательства как в существующем виде, так и в случае, если будут приняты изменения в более жестком. Давайте про людей побольше еще успеем, может быть, поговорим. Тем более, что немножко в Кировской области, да, все больше и больше становится. Приятным новостям, наконец. Рождаемость в Кировской области увеличивается, судя по всему. Расскажите, пожалуйста, каких Считаете успехов... Считаете ли вы это своей, да, личной заслугой? По мотивам вот последнего заседания в правительстве, насколько я знаю. Я имею в виду ваше руководство Кировской области. Да, значит, ну, действительно, если говорить про демографию, у нас, в общем, такой есть некий повод для оптимизма. В Кировской области всегда рождаемость была заметно ниже, чем в стране в целом. Значит, но вот по итогам 7 месяцев этого года мы дошли, как бы, считается, до российского уровня и, в общем, по темпам роста там заняли там 5-6 место в Российской Федерации, что не может не радовать. Значит, я бы еще там несколько моментов отметил, потому что там рождаемость рождаемостью, да, у нас растет количество детей, рожденных в браке. Значит, что, значит, мне кажется, тоже очень хороший, как бы, показатель. У нас, а вот уже теперь, как бы, если мы говорим о причинах, да, значит, у нас снижается количество абортов. Мало кто знает, но в целом, в общем, как бы и по стране, и там по Кировской области количество абортов сопоставимо с количеством рождений. То есть не одинаковые цифры, но однопорядковые. То есть более того, у нас еще в 2005-2006 году количество абортов, то есть количество нерожденных детей, превышало количество детей рожденных. Значит, сейчас эта цифра снижается и снижается достаточно активно. И вот даже то снижение абортов, которое произошло, не знаю, там, за последний год, дает нам, наверное, плюс 1000 рожденных детей. Плюс 1000, да, это, в общем, весьма-весьма ощутимо, то есть, если мы там оперируем цифрами там 12, 13, 14, 15 тысяч рождений в год, то там каждая тысяча, да, это, по сути дела, там дополнительные там 6-7% к населению. Никита Юрьевич, а кто рожает, так, приезжие или вы как-то исследовали это? Ну, понимаете, так сказать, с этой стороны. Рожают местные, то есть у нас миграционная ситуация отличается от московской, так? То есть у нас, в общем, никакого... То есть у вас меньше людей приезжает на заработки из среднеазиатских республик, условно? Меньше, намного меньше. Так. То есть у нас как раз есть проблема миграции, связанная с оттоком. Ну, во-первых, есть проблемы внутри региональной миграции, когда люди из области едут в областной центр. Так, то есть и областной центр растет. Но это, кстати, тоже очень интересная статистика. При том, что едут молодые, или, как говорят,
медики и демографы, там, женщины фертильного возраста, да, то есть, собственно говоря, которые рожают. А рождаемость в областном центре не самая высокая, потому что они туда едут не рожать. То есть они в областной центр едут для того, чтобы учиться, делать карьеру, там, значит, там заниматься там, как, какой-то там самореализацией. То есть поэтому в областной центр, при том, что процент фертильных женщин в нем самый высокий, он показателями рождаемости особо не блещет. То есть они неплохие, то есть, но не самые высокие. Дмитрий Юрьевич, давайте мы продолжим эту тему, правда. Давайте мы вернемся к ней в следующем нашем дневнике губернатора через неделю. Заодно расскажете о том, как выборы у вас прошли. А сейчас мы, к сожалению, уже вынуждены заканчивать, потому что новости на Эхе Москвы. Да. А Никита Белов, губернатор Кировской области. Как только стал говорить про рождаемость, сразу вот пресекли. Сразу новости. Да. Продолжим в следующий раз. Спасибо большое, до свидания.